Всем привет! Добро пожаловать на канал. Хочу сегодня еще показать, что еще завезли в Ашан. Вот к празднику. Вот такие вот всякие яркие дудочки, всякие колпачки разнообразные, конфетти недорого, 58 рублей. Такой вот пакетик детям на счастье. Вот такие вот разнообразные гирлянды вешать с Новым годом, палочки вот такие вот и ожерелья, браслеты разнообразные одевать на руку, светящиеся. Такие вот цены разные, 88 рублей. Вот такое вот ожерелье 56 рублей. Кстати, точно такой же стоит в фикс прайсе 50. Шарики с Новым годом, очень большой ассортимент. Такие какие-то светящиеся шары. Светящиеся волшебные шары. Стоят 197 рублей для вечеринок и праздников. Честно говоря, даже вот хочется взять, попробовать, посмотреть, что это за светящиеся шарики. И, в общем, очень классный сейчас большой отдел вот с такими вот праздничными пакетиками. Сейчас подойду к этому отделу, покажу поближе. Потому что у всех сейчас будет задача поздравить своих близких, друзей. И как бы все это стоит недорого. Недорого. Сейчас покажу, как это выглядит. Так, ну и вот такие вот хлопушки появились. 140 рублей. Фактически 2 доллара. Вот такие вот хлопушки. 138 рублей. 116 рублей. В общем, цены разные, и вот прям у Ашана все больше и больше ассортимент вот этот вот к Новому году расширяется. Прям вот целый отдел с хлопушками. Кстати, светящаяся палочка такая новогодняя. Можно обставить такое вот новогоднее представление для ребенка. Так, и вот здесь сейчас с вами посмотрим. Пластилина очень много появилось. 169 рублей тоже, в принципе, не очень дорого. Так, и сейчас покажу вам быстренько пакетики. Вот они так вот выглядят, пакетики. Разные, праздничные, бумажные. По 30 рублей. Самые разнообразные раскраски. Оберточная бумага. 70 рублей тоже, вся разная. Такие вот классные украшения, чтобы украсить подарок. 39 рублей. И прям вот такие вот совсем маленькие пакетики. Красивые. Такая вот новогодняя тематика. 25 рублей. Для детишек с Лунтиком, с их любимым персонажем. Даже где-то сейчас пакет со свинкой Пеппа я видела для ребенка. Такой вот классный пакетик. 50 рублей. Со свинкой Пеппы. Вручить ребенку подарок. Ну, кстати, надо Ване взять, пока он не видит. Ну и с разной, с новогодней тематикой. Ну, кстати, надо зайти в фикс прайс, посмотреть, нет ли там разных новогодних пакетиков. Так, и вот такие мне очень понравились пакетики. Вот эти пакетики я и набрала, потому что подарки у меня все вот такие небольшие. И вот по 15 рублей бумажные пакетики. Все это довольно-таки симпатично и ярко. Самое главное, ярко. Потому что знакомых, друзей много. И всем нужно что-то подарить. Здесь еще все не до конца расставили. Но вот уже в такой бумажной тематике. И вот здесь вот куча упаковочной разнообразной ленты. Классно. Вот это вот, допустим, подарочная лента стоит 39 рублей, вообще недорого. Сейчас покажу немножко игрушек для девочек. Вот такие вот куколки появились в Ашане. 292 рубля. Такие вот разные красавицы. Если вы идете кому-то в гости с ребенком, то можно приобрести. И немножечко сейчас посмотрим на пупсов.
разных. Вот такой вот пупс типа Бэби Берна. 1434 рубля. Учитывая, что Берны около 5000 стоят. Такие вот разные пупсы. Даже на китайском сайте будет не так выгодно заказать, как купить здесь. 1186. И вот такие вот, смотрите, куклы в полный рост. Огромные куклы. 2636. Да? Целый набор. Сейчас посмотрим, что мальчикам предлагают. Для мальчиков вот такие вот разные наборы Лего. Но здесь уже цены такие солидные. 5000. Ни за что бы не купила такой набор. Ну, наверное, есть вот кто увлекается. Им это нравится, им это интересно. Все-таки Новый год. Время чудес. И хочется чем-то ребенку побаловать. Так, и машины. Выбор большой. А что здесь для творчества предлагают? Для творчества здесь вообще потрясающий просто выбор. Чего здесь только нет. Разные иплости. Ну, в общем, нет предела вашей фантазии. Есть все. По всей видимости, к Рождеству у нас еще появились вот такие вот наборчики. Это пряники. Не конфеты, а пряники. И вот такие вот кексы. Это как бы немножко европейский такой товар. Цены, соответственно, европейские. Вот появились вот такие вот наборы. Вот печенье. Это жестяная коробка. Какие-то иностранные печенья. Вот 854 рубля. Это какие-то сумасшедшие цены просто. Допустим, вот это печенье. Забочное печенье. Ценник 1142 рубля. Ну да, оно красивое, в жестяной коробке. Но выглядит как-то не очень вкусно. А, и вот это вот вообще меня повергло в шок просто. 300 грамм, жестяная банка. Да, оно симпатично выполнено. Цена вот такая вот, смотрите. 1142. Еще желтый ценник. То есть, по типу, мол, это так дешево. Не знаю. Без комментариев. Такие вот какие-то печенюшки тоже песочные. Тоже совсем-совсем малюсенькая баночка. Сидит ребенок с собакой. 319 рублей. В общем, вот этот вот отдел, это все в жестяных банках. Какие-то печенюшки. Мы как-то покупали такую жестяную банку. Вообще ничем не отличается от обычного песочного печенья. Самое обычное песочное печенье. Просто, видимо, из-за упаковки, что все это так красиво упаковано. Вот такая вот стоимость. Зефирки какие-то появились. На Новый год у нас все любят делать салатики тазиками. Вот такие вот салатницы. Пластмассовые, довольно-таки большие. 119 рублей. В общем, куча посуды такой вот с интересной тематикой. 293 рубля. И вот фужеры, кстати, недорогие. Сейчас покажу поближе. Такая вот красота для сервировки праздничного стола. Ну, вот такой сегодня кратенький обзор сделала. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока.